Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Кировские власти хотят узнать, чем помочь бизнесменам. Они проводят опрос среди субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых для подготовки дополнительных мер поддержки, как они выражаются, на фоне непростой экономической ситуации. Ссылку на опрос можно найти на нашем сайте в разделе «Новости». На сегодняшний день уже принят пакет мер, таких как продление сроков уплаты налогов, мораторий на проверки ИП и малого бизнеса до конца 2022 года, компенсации расходов по использованию системы быстрых платежей, а также сохранение льготного кредитования сельхозпредприятий. Добавлю, что Кировский центр «Мой бизнес» продолжает финансировать услуги по сертификации продукции, участие предпринимателей в выставках и ярмарках, сохраняются возможности льготных займов. Программа «Экономика». Полностью от строительства жилья регион не откажется. Несмотря на возросшие ставки по ипотеке и экономические сложности, совсем отрасль жилищного строительства не исчезнет, уверен член правления Союза строителей Кировской области Дмитрий Сергеев. С этой же ситуацией кризисной мы сталкиваемся не первый раз, да? Экономика имеет цикличность. Переживем кризис, как-то стабилизироваться и будем жить дальше. Кто сможет приспособиться к этим условиям, про которые мы сейчас даже, точно говорить не можем, тот и будет двигаться дальше. Объемы сократятся, количество людей, работающих, сократится, но я не думаю, что мы полностью откажемся от строительства нового жилья. Помочь отрасли планирует уже федеральная власть. Чиновники хотят по возможности даже увеличивать темпы строительства. Что касается мер поддержки, то предполагается упростить работу с разрешениями на строительство, поддержать ипотеку, облегчить кредитование застройщиков. Экономика на 101 FM. Кировские предприятия приняли участие в отправке гуманитарной помощи эвакуированным из ЛНР и ДНР. Из Кирова в Ростов в конце минувшей недели отправили 20 тонн груза. Организовали сбор продуктов и вещей первой необходимости кировские единороссы, помогали компании «Уралхим», «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», «Глобус», «Орбита», «Здрава», «Дороничи», «Легион», «Савермед», «Красный крест» и другие. К акции присоединились депутаты Госдумы, Заксобрания, Кировской городской думы. Партийцы и просто неравнодушные граждане, они приносили памперсы, микроволновые печи, чайники, бытовую химию, постельное белье и другие вещи, в которых могут нуждаться люди. К этому часу все. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.